Другой человек. Накануне театральное объединение «Северная сцена» представила зрителю премьеру сезона. Спектакль о том, как меняются люди, чувства и отношения. То, что кажется сегодня одним, завтра может полностью измениться. Человечество все время в поиске чего-то нового, и все, что окружает нас – сплошной эксперимент, уверен режиссер постановки Юрий Пахомов. В театральной лаборатории побывала и наша съемочная группа. В очередной раз «Северная сцена» собирает полный зал зрителей и ценителей искусства. Поводом стала премьера сезона «Постановка «Другой человек». Этот спектакль затрагивает большое количество жизненных проблем. В первую очередь, непонимание между супругами. Знаете, мне сегодня нужно заплатить за квартиру. У вас случайно нет денег? У вас что, совсем нет денег? Ни грамм. Ну что, совсем-совсем нет? Как в первый день творения. Тогда ни у кого не было денег. 14 сцен и столько же настроения у спектакля. В каждой ситуации герои на грани сумасшествия и отчаяния. Вспоминают с трепетом о прошедшей любви, светлых чувствах, которые ушли, либо наоборот, ненавидят друг друга и забыто. И что, у меня нет ни одного даже маленького бриллиантика, а? Помилуй, ты откуда? У вас всего два платья, одно на каждый день, другое на выход. И что, наши родители не могут помочь нам деньгами? Их давно нет на белом свете. Когда создают семью двое абсолютно разных людей, не похожих друг на друга, эйфория любви быстро проходит. И это приводит к трагическим ситуациям, считает актер постановки Николай Харук. Много сцен этого спектакля, где которых я был в этой ситуации, она мне знакома. И у моих знакомых, у друзей такие же проблемы, никто от этого. Просто нужно слышать друг друга, нужно видеть друг друга, понимать. Каждая миниатюра проживается на одном дыхании. Зрители в каждом мини-антракте аплодируют не умолкая. У театрального объединения много поклонников, но среди зрителей есть и те, кто впервые знакомится с творчеством «Северной сцены». Когда увидели, что люди действительно там нашли друг друга, действительно счастливы, в общем-то, в душе тоже какое-то, такое затеплилось, в общем-то, хорошее, приятное чувство и впечатление уже в конце от спектакля, добрые чувства. Проблема любви, на самом деле, я считаю, что в наше время очень актуальна, очень много людей забывает об этом, и в суете повседневности мы упускаем это из виду. Поэтому постановка очень хорошая, очень интересная, очень замечательная. Актеры выложились, я считаю, что на 150%. Так устроена жизнь. Сегодня вы не можете жить без определенного человека, а завтра хотите, чтобы он исчез навсегда. Каждый из нас может измениться и стать другим для своего близкого. Все, что окружает нас, и есть эксперимент, а вся наша жизнь – большая лаборатория, в которой мы работаем, творим и создаем что-то новое. Инна Халтамова, Артур Цвилюк, служба новостей «Импульс».